Я приветствую друзей и гостей канала Серебромания. Сегодня у нас на канале распаковка. Давно я не делал распаковку, но тут так все совпало. Три разные посылки из трех разных стран. И все прям новые монеты, какие-то новинки и так далее. То есть говорю сразу, для тех, кто хочет сразу купить, и чтобы я сразу отправил, время отправки минимум 3 дня. То есть сейчас быстро отправить ни монеты, ни заказы не получается, потому что много желающих и отложенный спрос, так называемый. То есть люди уже давно там заказали и ждут. То есть по цене я еще не со всеми даже монетами определился. Ну что, начинаю распаковку. Вот это, как вы видите, с такой ярко-оранжевой надписью, это монеты из Гонконга. Наконец-то они приехали, это наши посейдончики. Они приехали вот так вот, красивой, красивой такой коробке большой. Я уже все подготовил, сами монеты еще не вытаскивал, но подготовил все, поднадрезал все эти возможные коробки, чтобы удобно было распаковывать. Ну вот, начнем потихоньку. Вот у нас теперь, как это все выглядит на самом деле. Кстати, с таможенными сборами повезло. И чешская таможня взяла не очень много. То есть они, у них была шкала, они могли по этой шкале взять максимум. Но они взяли там нормальную цену, то есть не максимальную. Поэтому очень неплохо, в этом плане нам повезло. Тут заказ приехал тот, что из Гонконга. Тут 60 монет у нас. Вот сейчас я постараюсь вам показать их крупно. 60 красивых, симпатичных посейдонов, да? Посейдоны как простые, так и в антикфинише. Если честно, антикфиниш не мое. Я думал, что нужно их брать, не нужно. Решил 5 штук взять. В прошлом году они достаточно тяжело продавались. Ну вот вам и парадокс монетный. В этом году посейдонов в антикфинише разобрали быстро. Цена на них выросла больше в процентном соотношении, чем на простых посейдонов. И их сейчас вообще не достать. Если бы я знал, я бы купил больше. Ну пока вот сколько есть, только есть. Итак, у нас... Я потом отдельно по этим монетам сделаю видео и обзор. То есть это простые, это посейдоны в антикфинише. И я только что показал, вот у нас как выглядят 60 монет. Эта коробка была изначально на 100 монет. 60 монет посейдоны. Чтобы было понятно, чисто налогами я заплатил примерно под $650 только налоги на растаможку вот этих 65 монет. Но по-другому никак. Так, это то, что я получил из Гонконга. Теперь идем дальше, распаковываем дальше. Давайте дальше приступим к монетам от одного дилера. Я их еще не распаковывал, не смотрел. Я просто развернул коробку и сейчас посмотрим, что и как они здесь нам свернули. Ага, все. Ну теперь нас можно поздравить, у нас есть быки, но к сожалению немного, я их взял немного. Более того, практически все, что я взял, выкупил сразу человек из Казахстана. То есть и по достаточно хорошей цене выкупил, поэтому посмотрим, если будет спрос, я, если получится, еще докуплю. В кое-каких местах секретных у некоторых дилеров в закромах они остались, и возможно получится их докупить. Это буйволы, тут у нас 4 штуки, сейчас где-то еще должны быть, здесь как бы их больше. Вот как это все крупно выглядит, вот так вот выглядят эти буйволы. Идем дальше. Я предполагаю, что здесь тоже буйволы, но сейчас разверну, посмотрим. Там у нас было 4 буйвола. И здесь еще у нас 4 буйвола. Вот так они выглядят.
Смотрим дальше. Ну вот и заключительные 4 буйвола. Всего у нас получилось 12 буйволов. Вот так они выглядят. Я потом отдельно, скорее всего, на каждую монету сделаю видео, а может быть и не буду делать. То есть, что делать толку на буйволов, если их у меня в продаже практически не будет. Там несколько штук я продам, но в целом почти все уже продано. Интересная упаковочка каких-то монет в тубе. Сейчас посмотрим, что это у нас тут такое в тубе. Каждый раз распаковка, это немножко такой для меня ажиотаж. Очень хочется посмотреть, что за монета, как она выглядит. Так, вынимаем, смотрим. Так, это у нас монета уже была на обзоре. Я докупил еще, когда пока успел, по хорошей цене. Вернее, даже не так. Я эти монеты заказал очень давно, 1,5 месяца назад. Цена у них еще была тогда невысокая. Вот, и вот их... Тут две штуки должно было быть. Вот их две штуки тут и есть. Так. Сейчас посмотрим, что там еще у нас дальше. А дальше у нас вот такие вот какие-то скрипичные ключи. От Тувалу. Красивая монета. Взял немного. Цена была очень хорошая, привлекательная. Только из-за этого. Так, сейчас я их достану. Не помню, сколько их. Пару штук есть их таких. Можете посмотреть, как они выглядят вживую, да? Вот так это все выглядит. Иду дальше в упаковку. И тут уже что-то интересное. Ага. У нас теперь два вот таких вот страшных чудовища. Взял на пробу, интересно было посмотреть. Ну, монеты мне нравятся. То есть вживую они смотрятся отлично. Возможно, сделаю отдельно обзор. Ну, как еще раз говорю, может быть и не буду делать. То есть под вопросом. Следующая монета — это лев. Чешский лев. Мне сама серия вообще не понравилась. Изначально была серия некрасивая, монеты неинтересные. В этот раз они голову льва сделали отличной. Я взял 5 штук на пробу, но думаю, что буду докупать, пока цена на них еще хорошая. В этот раз монета красивая. Причем красивая с двух сторон. С каждой из сторон она достаточно неплохо смотрится и выглядит. Еще вот таких вот 5 интересных львов от Чешской Республики. Чешский лев называется, но сама монета очень интересная в плане дизайна. То есть предыдущие монеты из этой серии — лев какой-то коротконогий, что-то там не то с пропорциями. Ну, в общем, монеты не были некрасивые. То есть эта монета однозначно красивая, и я даже рассматриваю вопрос взять одну себе в коллекцию. Эту коробку мы просмотрели. Переходим к следующей коробке. Я ее надрезал. Это уже коробка от моего партнера. Там должны быть разные монеты. Ну вот, партнер мне в стандартную упаковку поставил монеты. Ага, тут оно все это расклеил. Ага, он заклеил одну сторону, которая тут. Это стандартная упаковка на 100 монет. Обычно такая упаковка идет от австралийского монетного двора вроде бы. Так, ну, может быть, я и ошибаюсь. Так, здесь у меня должно быть куча монет. И сейчас мы их посмотрим. Коробки я такие не жалею. У меня таких коробок очень много. Потому что даже несколько монет мне партнер обычно в такую ставит и отправляет. Поэтому... Так, вот это бумаги от него. Значит... Стартуем. Что у нас тут приехало? Первое — это леопарды. Взял на пробу, не моя тема, но думаю, что спрос будет. В этот раз они красивые, меня партнер убедил взять их, и
Десяток есть, вот сколько есть, только буду продавать, в принципе. Может быть, даже докуплю, если получится. Как бы получилась цена прям не сильно дешевая, но и недорогая. То есть, как бы, монетки интересные. Красивый леопардик полностью на картинке. Обзор, скорее всего, на нее делать не буду, потому что монет немного, докупать не буду. Вот эти распродам и все, скорее всего. Дальше все просто. Я не знаю, видно вам или нет, но здесь мой партнер поставил, не буду распаковывать, 20 монет чинши я у него докупал. 20 монет чинши, вот они тут есть. Пусть лежат, на перспективу должны хорошо пойти в продажу. Теперь дальше. Ну а дальше все просто. Партнер прислал мне 60 монет, которые из Гонконга мы заказывали, которые я заказывал на его знакомого. Вот они. Еще 60 посейдонов. То есть по итогу у нас 120 посейдонов. Сейчас мы их можем в одну коробку сложить. Уже... посейдонов. Вот так вот оно все выглядит, наш улов. Партнер предложил докупить у него еще монет, конечно, со своей уже как бы премией. Ну, как бы, возможно, я еще докуплю, я уже подумываю о том, чтобы докупить. И еще раз повторю, расскажу, что мне нравится с посейдонами. Я вообще в антик-финише даже не планировал, но вот эти в антик-финише просто шикарные, просто отлично смотрятся. И из этих 5 штук, что у меня есть, одну я себе решил оставить. Обычно я, ну как, такие дорогие, финишованные или там в коробочках не оставляю. Но это мне очень понравилось, я решил оставить. Насчет посейдонов, желающих много, спрос большой. И мелкие оптовики, и частные люди, все хотят купить, и, соответственно, я сейчас вот на ближайшие несколько дней буду, вот меня будут разрывать на части. Говорю сразу, отправить смогу не раньше, чем со следующей недели. Потому что на этой неделе уже вот до пятницы, вот эти несколько дней, уже среди знакомых и мелких оптовиков, которые постоянные покупатели, уже время, скажем так, мое зарезервировано на отправку. Планирую продать одну тубу относительно недорого для подписчиков канала и постоянных покупателей. Одну-две тубы мелкие оптовики купят, одну тубу буду продавать дорогой рознице. И две тубы вообще отложу, потому что монеты эти посейдоны, я думаю, что очень перспективные. В общем, я вам показал распаковку 3 больших пакетов. В общем, смотрите, я надеюсь, что это вам было интересно. А с вами был Анатолий из Праги, канал Серебромания. Ставьте лайки, оставляйте сообщения, не забывайте подписываться на канал. Кто подписан на канал, имеет приоритетную возможность купить и быстрее других, и дешевле других монеты.